Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним первое задание на странице 39 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Восстанови на рисунках равные множества по их частям, если в каждом было по 3 элемента. Значит, в первое множество мы к треугольнику должны добавить круг и квадрат. Во втором множестве кругу мы должны добавить треугольник и квадрат. И в третьем множестве квадрату мы должны добавить круг и треугольник. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.